Смотрите, вон какие косы. Он гадит. А скажите, пожалуйста, у вас почем молоко? Да, спасибо. Ну что, дорогие зрители и подписчики моего канала, я наконец-таки у себя на даче. И сейчас мы посмотрим, как меня будет встречать Светлана Анатольевна во главе с ее хахарем. И вообще, что творится сейчас у моих родителей на даче. Вон, кстати говоря, обратите внимание, вот туча, и там дальше вам не видно. Если вам не видно, я расскажу, радуга вон. А вот сидит голубь на проводе. Родаки знают, что я им позвонил, чтобы должны встречать. Но посмотрим, может, они куда-нибудь отлучились. Сейчас там еще собака местная около нас постоянно. Да даже не одна, даже две. О! Да-да, привет! Тихо, свой! Свой я! Свой! Чё? Чё, меня не узнал, что ли? Тихо, свой! Свой, тихо! Тихо, свой! 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 Привет, мать! Чё скажешь? Хочу сказать, что ты сейчас вообще никуда не пойдешь. Почему? Там... Ну я просто дачу хочу на видео снять. Вот и все. Ух ты! Какая беседка! Привет, товарищ отец! Не надо меня поливать! У меня... Вот отец, короче, строил, строил. Так ни хрена не достроил! А вот наш баня. Вот тут вот... Я любил за родителями, за бабушкой, вот они ему тут мылись голыми. А я вот так вот наблюдал. И мать на это сильно ругалась. Но баня закрыта на реконструкции. А может и нет, сейчас посмотрим. Да, закрыто, открывать. Открывать не буду, вон там, но Ольга Васильевна, он на даче. Соседка наша. Вот. Теплица. Да ладно, сейчас я видео сниму для моего канала насчет дачи. И вот цветочки. А вот самое наше место, туалет. Так, сейчас я взберусь на бак, вот, чтобы не ходить на речку. Было много воды, и папа любил тут бультухаться, я в том числе. Но сейчас не тот этот самый уровень. То есть, как сказать, не тот уровень. В общем, сейчас там никто не купается. Вот туалет. Фу. А вот малина у нас. Вот она, малина. Еще там вот яблоко. Вот это вот груша. Вот это слива. Хватит меня плевать-то, а? Дай пройду, товарищ отец. Значит, да он гараж, он. Сейчас узнаем, что у них там в холодильнике. А вот Светлана Анатольевна работает. Так. Конфеты есть вот. Рыба есть, сосиски. А, и мороженое еще. Все. Больше ничего нет. Так. Надо выключить. Раз.
Слушай, ну не надо меня поливать-то, а? Вот тут вот этот бак. Ну и дальше вот соседский дом. Ну, а мы зайдем в свой дом. Вот. Тут раньше печка была. Но сейчас папа ее переделал. Ух ты! Вот так вот. Можно сказать, мы на море. Так. Вот. Значит, здесь готовим еду. Вкусно пахнет лаваш. Все по-цивильному. Это тот обогрев для долгих зимних вечеров. Ну, телевизор, естественно, как же без него. Ну что ж, вот такие вот обои. Ну что, такая вот красота в Старосемейкино. Птички поют. Красота. Ну давайте, сейчас мы... Данка, вот наш собак лежит. Так, сейчас мы и вкусненькое уже готовится. Ну как, товарищ отец, шашлычок будет? Скажи, какой вкусный шашлык? Ругается. Вот. Мясо. Ночные съемки, друзья. Сейчас я вам покажу, какие отец фонари установил. Вот. Вот они светятся. Вот так вот, тут еще фонарь. Вот. Вот так вот. Мы отдыхаем. А дальше уже родаки спят. Поздно. Дальше, но все, камера не берет, поэтому я... Ну, не берет, в смысле, звезды не берет. Поэтому я отключаю все. Пока. На этом все. Значит, спасибо за внимание. Пока.